Привет. Привет. Че ханима? Ксюша. Холодная такая. Ты что такая полуголая? Да, холодная. Да. Причем ты подходила к машине и раздевалась. Чего ты на меня так смотришь? Ну, в машине тепло, зачем мне одеваться? Ну, типа, не в машине разделся, а подходя. Ну да. Ладно, какой-то затоп произошел. Mm-hmm. Рассказывай, как настроение-то? Ну, нормально. Нормально вроде? Mm-hmm. Ладно, что ищешь на сайте знакомств? Какого мужика себе хочешь? Хочу замуж выйти. Замуж? Да. Ну, реально, вот так прям мужа типа ищешь, да? Ну да. Так, какой муж у тебя должен быть? Ну... Какие требования к мужу? И почему вообще ты замуж именно хочешь? Ну... Какая мотивация? Я не работаю, вот. Поздравляю. Я бы хотела, чтобы мой мужчина меня содержал. А, ты хочешь, короче, по выгоде, да, типа? Ну да. Ну, не обязательно замуж уходить, можно там. Любовника найти? Ну, любовник найти, не знаю, просто отношения. Просто жить вместе там, еще что-то. А ты замуж хочешь, ну, чтобы он тебя спонсировал, или там в перспективе дети, там вот эта вся история? Нет, детей не хочу. Так как, слушай, мужикам дети нужны, кто? Ну, женится, если норм мужик будет, так, то может быть потом, лет через 5, но сейчас точно нет. Mm-hmm. Сейчас как бы просто... А что такое? Да не, просто интересуюсь, как бы. А ты что ищешь на сайте? Тебя. Да? Да. Вот тебя нашел. Угу. Я искал тебя всю жизнь. Вот ты наконец-то села. Подходя к тачке, ты уже раздевалась. Мне это нравится, настрой. Да. Уже подготавливалась, короче, да? А ты чем занимаешься? В плане работы или чего? Ну да. У меня IT-компания своя. Вот, работаю потихонечку. Общаюсь с девочками, знакомлюсь, хочу найти себе кого-то. Понятно, это что, шутка, что тебя, хотя нет, не шутка. А хочу найти девушку адекватную, которая будет ценить не за деньги, да, а нормальные отношения человеческие. Ну, в перспективе там замужество, женить бы точнее, замужество, нет, замуж я не собираюсь. Вот, поэтому такая вот история. Ну, удача. Ты у меня удачи пожелаешь, почему? Удача мне улыбнулась, а ты пришла, ты села, красивая, милая, сочная. По-моему, все прекрасно, солнечный день, жизнь удалась. Так, ну расскажи, ты не работаешь, почему ты не работаешь? Мне интересно. Меня содержат родители. А, себя, ага. И ты думаешь, что еще и мужик тебе впоследствии, да? То есть привычка у тебя, да, такая? Типа, чтобы тебя кто-то содержал? Да, просто не привыкла в своей жизни работать, как бы. Вообще никогда не работала? Ну, были подработки какие-то, но в основном нет. Угу. Короче, тебе там не понравилось? Ну, я учусь, да, я занимаюсь собой, вкладываю в себя деньги. Займись мной. Я понял. Ну, только если... Что? Да ничего. Ну, давай, сказала, говори, Б, расскажи, что только если? Ну, если тебя устраивает такой формат отношений. Ну, ты мне расскажи просто поподробнее формата содержания, что нужно там, тебе какую-то зарплату давать или что, или просто все деньги, которые я зарабатываю, тебе отдавать, или как? Это, конечно, хорошо бы было. Ну, допустим, я получаю 400 тысяч рублей, как бы, да? Что надо? Надо скидывать мне на маникюр, на косметику, на одежду. Ну, маникюр, косметика, это, в принципе, не так много денег. Судя одежда по всему, ты не очень много косметики используешь. Ну да. Так, на одежду. Но я использую хорошую косметику. Хорошую косметику? Да. Какую? Dior. Так, окей. А одежду еще что? Ходить по ресторанам, ездить отдыхать обязательно. Кайфули, короче, да? Ну да, мы всегда как бы два раза вот летаем куда-нибудь с семьей. Например? Ну, на 16-летие меня на Мальдивы отвезли, например. Круто. Так, а последний раз где была? Последний раз была... Где я была последний раз? Тут в Москве. Нет, я забыла, где я была последний раз. В Тунисе, что ли? Как можно такое забыть, я понял. Ну, а чем по жизни, в плане развлечений, культурной какой-то программы, что делаешь? Танцами занимаюсь. Станцуешь? Танцую, да. Станцуешь, говорю? Вот, станцую, может быть. Угу. На столе? Посмотрим. Так, еще что? Я занимаюсь творчеством, съемки всякие устраиваю. Интересно. Какие? Ну, творческие всякие съемки, клипы. Ну, типа для ТикТока или что? Ну, и для Инстаграма в основном.
Так. Твоя машина? Ну, типа того, а что? Ну, на сайте просто другая машина была. Ну, а при чем здесь сайт? Слушай, я могу сфоткаться с любой машины. Может, это моя вторая машина, может, там, не знаю. Блин, у друга взял. А это твоя вторая машина? А за что? Какая разница? Интересно. Интересно? Ну да, просто, типа, если ты работаешь в IT-компании, то как бы на такой машине бы не приехал. И что? Думаешь, ну, типа, сразу должен на Гелендвагене приезжать? Ну, если у тебя своя IT-компания. Ну, и что? Она небольшая, во-первых, там 5 человек работает, это раз. А второе, блин, мне вообще похрен на машину, как бы, я могу спокойно такси поездить, там, или еще что-то. Поэтому что? Или ты думаешь, ну, тут прям реально, ну, это показатель, статус, там, типа, вот эта вся история? Ну, да. Слушай, я знаю чуваков, которые там по ляму получают, а они вообще на метро ездят, у них даже тачек нет, ну, серьезно. Ну, вот реально знаю таких. А чё? Отвратительно, люди вонючие. Если надо быстро доехать куда-то без пробок, то, в принципе, вонючие люди, ну? Да. А ты зачем их нюхаешь? Я их не нюхаю, я не езжу на метро. Не ездишь на метро? Нет, я не езжу. А откуда знаешь, что они вонючие? Была там как-то. То бишь ездишь? Нет, сейчас не езжу. Но была там какой-то. Так. Короче, просто на сайте у тебя как бы... Ну, блин, а при чем здесь сайт, понимаешь? Там, ну, фотка, а там у тебя тоже сайт? Фильтры. Зачем? У тебя там тоже фильтры, ты по-другому немножко видел. Зачем я же молчу. Ты выставляешь на сайт нечестную информацию о себе? В смысле, я же не написал, это моя машина, это мой Мерседес. Если я сфоткаюсь на фоне там какого-нибудь, не знаю, Москва-Сити, это же не значит, что это мой дом. Весь небоскреб мой, правильно? Я сфоткался просто, например, на фоне. Логично же, да? Ну, как бы выставлять на сайт с левой тачкой. И что, красиво, фоточка, слушай. Отстой. Ты, девочка, вы всегда выставляете там что-то в каких-то локациях, местах, ну, это просто фотка, не более, как бы, да. Давай я буду тебя определять, у тебя там фильтры были, ты, ну, крутые. А ты сейчас чуть-чуть по-другому выглядишь. В чем проблема? Непонятно просто... вообще. Разговаривали нормально, херак, не стало ничего. А ну, это твоя машина, что... ну что потому что? Потому что на сайте была другая машина, приехала на говне, на каком-то развалился. Что ты с ноги на ногу перебираешься? Хочу пересесть. Мне дискомфортно. Какая разница нахрен? Ты знакомишься со мной, общаешься со мной, как бы, да? При чем здесь вообще? Я же что, на Жигулях приехал или что? Тачка отстой. Бывает, ну, о вкусах не спорят. Нормально, тачка везет тебя и едет, и ладно, там, типа. Мы общаемся, у нас должно быть легкое, лайтовое общение, как бы, флирт, там, все дела, вот это. Mm-hmm. А мы про тачку, про содержанство какое-то, да, не думаю, что это не очень. Ну, потому что я рассматриваю такой формат отношений, и как бы... Ну, это формат хорошо, но тебе этот мужик нужен как бы только для этого, или ты просто планируешь любить все-таки его, там, вот это, там, симпатия какая-то должна быть? Или тебе вообще срать? Симпатия какая-то должна быть. То есть жирный дед не подойдет тебе? Жирный дед. С прессом денег. Хотя, вот оно что, хотя. В зависимости, какой пресс. Ага. Очень интересно. Ну, то есть, если он будет реально там 70 лет, значит, то вот такой обрюшенный, жирный. Но у него деньги тебе похрен, что он на тебя закарабкиваться будет? В зависимости, сколько денег. Ты же мерзко. Как есть. Ты же, блин, не будешь его хотеть. В конце концов, это не очень. Что тебе родители скажут на это? Ты, типа, будешь их знакомить, скажешь, мам, пап, вот он, мой муж. А он старше твоих родаков, короче. Такая мумия так трясется. Здравствуйте. Типа, нормально? Тебе папа нормально отреагирует? Ну, он хочет, чтобы я замуж вышла. А, то есть ему, короче, тоже пофигу, да, кто порит твою дочь. Я что, по слуху сказал, подумать хотел. Очень, очень интересно. Так, ну что, расскажи еще. Смотри, какая собака прикольная. Да, в багажнике. Ну, расскажи о себе, просто надо понимать, понимаешь, нужна девушка, с которой интересно прежде всего. Да, не только какие-то постельные утехи, как бы, да, интересно было, потому что постель это там не все 100% времени. Ну, 99%, конечно, да, ну, 1%, куда-то выйти, да, в общество, чтобы было интересно, чтобы ты не опозорила меня в обществе и так далее, да. Угу. Ну, рассказывай. Давай, блесни интеллектом. Ну, училась на психолога 3 года, потом взяла академический отпуск, сейчас поступила на креативного продюсера фэшн-съемок. Вот. То есть ты еще психолог? Да. Знаешь, как мужиков в Аркадии, да? Ну, да. Что-то пока не получается у тебя. Ни одного приема психологического я даже не увидим.
что хочешь на мне использовать? Не знаю. Пока что ничего. Ага. Так. Занимаюсь съемками модель. Угу. Модель чего? Просто модель. Модель чего? Ну, модель там, не знаю, для Wildberries, для одежды, там, для журналов, для журнала «Сад и огород», там, или еще. Ну, в основном это сейчас творческие съемки какие-то, то есть так просто для себя, для бренда, может быть, тоже. Да, для бренда было недавно. Что за бренд? Soma Beat. Что это было? Ну, это локальный бренд достаточно. Вот. Так. Поэтому люблю творчество. Все? Интересная дама. Прям вообще умеешь заинтересовать. Соблазнить мужчину. Занимайся танцами. Ну это мы уже слышали. Ты уже говорила. По кругу пойдем, да? Да. Занимайся танцами. Так, что дальше? Я модель. Так, что еще, что еще, что еще? Ну а ты вообще давно без отношений? Да. Год где-то. Год? Там тоже ты на содержании была или нет? Или просто после этого ты решил сейчас вот найти себе папика для замужества? Там тоже мне помогал финансово молодой человек. Я понял. Много кандидатов у тебя сейчас на сайте на каком смысле? Есть, да. Есть. То есть есть из кого выбрать, да? То есть я не главный, не единственный кандидат. Нет. Ну так а что? Что нужно, чтобы мы с тобой что-то придумали? Ну, можем куда-нибудь сходить. Сходить? В ресторан куда-нибудь покушать. Ну пока только покушать, типа познакомиться, да? А дальше как? Это нормально развитие отношений? Или ты там выкатишь там типа такой списочек? Так, значит, 21-го ты мне платишь 400 штук. Да, на моей хотелке, да, на спа, на процедуры. А, да, вот это все. Ну и мы с тобой типа начнем существовать. Ну да, может быть. Если тебя такое устраивает. Это какая ты дама, прям очень интересная. Если честно, я очень хочу спать. Интересная информация. И что? Типа со мной скучно или что? Или ты просто так сообщаешь? Я просто очень не выспалась. Ну, видно по тебе, что ты немножко такая, прям какая-то, ну, никакая. Ну, что ты делала? Чего на заднем сиденье? Хочу спать. Ты реально сейчас? Ну, типа, ты сейчас что, собралась спать, реально? А мы что делать дальше будем? Ну, в смысле, мне куда шло? Мы поехали куда-нибудь, покушаем, что ли? Ага. Ты там спишь, реально? Окей. Только в какое-нибудь нормальное заведение. Да, хорошо, ты спи пока. Располагайся. Что-то мне тоже захотел спать. Может, присоединиться к тебе? Нет. Одна в одиночку любишь спать? Да. Mm. Я хочу есть. Да, окей. Сколько нам ехать? Ну, а ты куда хочешь покушать заехать? Давай Макдональдс. Нет. А что? Какой Макдональдс? Ну ты все равно лежишь, здесь поешь. Я не буду есть в Макдональдсе. В ресторан хочешь? Хочу в ресторан. Ты все равно спишь? Ты там также будешь или что? Нет, в ресторане не буду. В ресторане не будешь? Нет. Я понял, очень интересно. Ага. Какую кухню предпочитаешь? Итальянскую. Итальянскую? Ну типа паста, пицца, да? Фетучини, вот эта вся история. Окей. Ты там, не знаю, говори, что там не скучно так ехать, или ты дрыхнуть реально собралась? Ну, приедем, когда кушаем, пообщаемся. Ага. Ну, лады. Я очень мало пускала, я не хочу общаться сейчас. Классно, ты на свидание ходишь, типа не хочешь общаться, но пошла на свидание, да? А? Тебя что-то не устраивает? Да не, отдыхай, ты чё? Все устраивает. До ресторана ехать? Да, едем пока, я просто думаю, куда ехать. 5 минут прошло.
Нормально такой у тебя сон. Ну, есть один рейстик тут, в принципе, там можно посидеть. Вот. А вообще, ну, что-то не знаю, так странно очень свидание, как бы, я не очень хочу тебя отвозить. Ну, там, типа, ты сидишь мертвый, никакущий, потом взяла, перелезла, там, копытами с вами тут все запачкала, там, типа, пошла туда, легла. Поехали поедим. Я пока давай, может, без меня. Ну, ты реально скучноватая для меня просто, я что-то сам не уснул. Ты меня сливаешь сейчас, типа? Ну, типа, это ненормально ложиться спать, как бы, на свидание. Да, там, типа, на встрече. Ты и собеседником была, раз, я, типа, пошла. Я хочу есть, я же говорю у тебя. Ну, прекрасно, поздравляю, давайте подброшу, покушаю, что сидишь там где-нибудь, что-то. Потом полежишь там, поспишь, короче. Мне, ну, мне не по кайфу, короче, очень странная ситуация, поэтому что. Сейчас на меня смотришь, но как Ленин на буржуазию. Мы сейчас поедем в ресторан, типа, мы сейчас поедим. Ну, пока не договорились ни о чем. Получается, что ты. Ну, я тебе говорю, потому что это ненормальное поведение, вот это все. Я хочу спать, ты можешь понять? А зачем тебе ресторан, если ты хочешь спать, алло? Я хочу поесть, и потом мы можем с тобой нормально покататься, но сейчас мне с тобой тоже. Я понял, это такая манипуляция на то, чтобы тебя отвезли покушать, короче. Покорми меня, да? Покормит тебе кто-нибудь другой, я, наверное, не буду, не по кайфу мне. Окей. Но это какое-то странное свидание. Ну, максимально вообще какой-то кринж. Катаюсь на какой-то отвратительной тачке. Так. И типа. Ну, ты при этом сидишь и пошла еще спать. Как бы, ну, блин, это вообще не дело. Потому что я хочу есть. Пока ты меня не покормишь, я буду овощем. Я понял. Ладно, давай я тебя где-нибудь остановлю, и ты типа пойдешь. Окей. Мы никуда не поедем? Не. Это твой окончательный ответ? Это мой окончательный ответ. Ты просто пиздец. Хорошо.